Всем привет! Сегодня хочу разобрать такую тему. Samsung Galaxy Tab. Допустим, он привязан у вас к учетной записи. Вы его можете находить, вы можете с помощью него включать какие-то домашние приборы, с помощью него вы можете находить телефон, ну и так далее, и тому подобное, да? Вот в настоящий момент он находится не рядом со мной. Вот написано, нет рядом со мной. И я хочу разыграть такую ситуацию, что я потерял Samsung Tab и попытаюсь его привязать к другой учетной записи на другом телефоне. То есть как будто произошло следующее. Кто-то нашел Samsung Tab и, естественно, пытается его привязать к своей учетной записи. И что происходит? Какие уведомления будут приходить? Сразу оговорюсь, что галочку о том, чтобы приходили уведомления, я не поставлю. То есть вот сообщить об обнаружении не поставлю специально. То есть посмотрим, какие будут. Ну, допустим, я не сразу понял, что я потерял Samsung Tab. Я возьму другой телефон, телефон жены, и попытаюсь его привязать к ее учетной записи. Посмотрим, что из этого получится. Также я хочу напомнить, допустим, когда у меня был привязан к моему телефону браслет Samsung Galaxy Fit E, и я не мог его отвязать от другой учетной записи, происходило прям, я долго мучился, потому что он, ну там по его причинам он был, косячная прошивка была, или криво встала эта прошивка. Я смог его перепривязать к другому телефону только после того, как я вернул его к заводским установкам. Как вернуть его к заводским установкам? У меня об этом есть отдельное видео, можете посмотреть в плейлисте обзоры. Посмотрим, как здесь можно вернуть Samsung Tab к заводским установкам, и посмотрим, как все будет происходить. Итак, давайте попробуем соединить. В настоящий момент, как вы понимаете, он подключен к другому телефону. И мы сейчас начинаем подключать его. Так, подключают его все устройства. Во-первых, давайте посмотрим, нет ли его сразу тут. Нет, это скорее всего устройства, которые были здесь. Начнем устройство рядом. Сейчас мы его разбудим, но сначала попробуем, не будив, его найти. Так, он включил то устройство, однократное нажатие включает LED-ленту Xiaomi-шную. Устройства не найдены. На предыдущем экране, можно вручную. Tab Tracker, вот видите, нажимаем его, Samsung. Коснитесь кнопки ниже, чтобы посмотреть список всех устройств. Ну, мы нажимаем его. Ха-ха-ха, вот вам и ответ.
Нажмите кнопку в центре. Отвечает уже не телефон Samsung, к которому он привязан. А вы регистрируете это устройство повторно. Сначала вам необходимо сбросить его настройки. Ага. Так. Благодаря этому действию устройство станет доступным для обнаружения. Так, после этого будете перенаправлены к следующему шагу. Процедура сброса настроек. Откройте крышку метки, метка с помощью монеты, и извлеките аккумулятор. Ха-ха-ха, как все просто. Как все просто, где у нас тут монеты нету. Мы будем использовать вот такую штуку. Да, что-то плохо. Ну-ка так. Ой, искорежил. Чик. С помощью монеты не очень хорошо получается. Так, вот так мы попали сюда, и он открылся. Теперь открываем и берем, вытаскиваем аккумулятор. Мы вытащили аккумулятор. Кстати, было замечено такое, когда на морозе находился. Так, чё? А если я не буду пока закрывать? Нажали. Когда на морозе находился этот тег, то он показал, что у него аккумулятор разряжен. Мы принесли его домой. Ну, может быть, полчаса он находился в кармане там верхней куртки. В верхнем кармане куртки. Говорю, 24 градуса, допустим, была погода. После этого он полежал дома и опять показал нормальный аккумулятор. Так, не пойму, что надо сделать. Справка. Откройте крышку метки с помощью монеты и извлеките аккумулятор. Нажмите кнопку в центре и отпустите ее. А, вот так даже. То есть вытащить аккумулятор. Вытащили. Нажали, отпустили. Удерживайте кнопку нажатой во время установки аккумулятора. То есть держим. Как аккумулятор-то ставить? Оп, вставил, отпустил. Нажал. Может, все-таки предыдущий этот экран нажать. Добавить устройство. А, действительно выйти. Нет. Устройство не завершено. Возобновить. Ну что, еще раз сделать, что ли? Очень трудно удерживать кнопку. Опа!
Не удалось обнаружить устройство. Попробуйте добавить его еще раз. Так, код ошибки 05300. Повторить. Давайте будем еще раз делать. Вытаскиваем. Нажмите и отпустите. Нажать и отпустить. А теперь удерживать. Ой, другой аккумулятор чуть не поставил. Удерживаем. Ой, как неудобно. Удерживаем. Вставили. Отпустили. Следующему шагу. Нажмите на кнопку. Можешь долго подержать. Ну, я вот вижу, что с него сбросились настройки однозначно. То есть настройки уже стоят по умолчанию. Я пока не хочу закрывать, потому что мало ли еще раз придется сбрасывать. А это не хотелось бы делать. Ну, открывать. То есть представляете, вот как все портится при открывании. Если сейчас на видео здесь не получится что-то, я, естественно, перемотаю это все, но буду стараться делать до тех пор, пока не присоединится ТЭК к новому телефону. То есть для меня важно знать, если кто-то нашел мой Samsung Galaxy Smart ТЭК, может ли он себе его подключить. Пока теоретически получается, что может. Но как на самом деле... Посмотрим. Удерживайте кнопку, нажатой во время установки аккумулятора. Удерживайте кнопку, пока не услышите сигнал. А, ну мы так и делали. Мы сигнал сразу и услышали. То есть... Процедура сброса настроек. Откройте крышку метки. Метка с помощью монеты. И извлеките аккумулятор. Нажмите кнопку в центре тега и отпустите ее. Удерживайте кнопку нажатой во время установки аккумулятора. Удерживайте кнопку, пока не услышите сигнал. Xiaomi Russia. Так. Новые сообщения в Xiaomi Russia. Еще раз. Вытащили. Нажали, отпустили, нажали, вставили, отпустили и до сигнала. Ух ты! Блин, что-то какой-то двойной был сигнал. О! Подключение к устройству SmartTag. Держите телефон рядом с устройством. Все, ребята. То есть... Вывод такой, что любой тег. Ну, мы еще посмотрим, какие уведомления пришли на старый телефон. Ну, на не на старый, в смысле, на которому он был привязан. Нажмите кнопку в центре устройства. Нажали. Почти готово. Выполняется регистрация устройства. Устройство принадлежит другому пользователю. Другой пользователь уже добавил это устройство, метка в SmartTag. Чтобы вы могли использовать это устройство, этому пользователю нужно сначала удалить его из своего приложения SmartTag. Закрыть. Вот. Вот вам и ответ. Все, ребята. Никто его к себе не присоединит. Вот и ответ.
Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. Много интересного будет. Итак, посмотрим. Никаких уведомлений на этот телефон о том, что SmartTag кто-то переназначил, не было. Давайте посмотрим, что здесь в приложении. А, обновление 5 часов. Ну ладно, это 5 часов. Сейчас посмотрим. Шестнадцать минут назад. Ну, по идее, 16 минут назад я, да, его еще крутил. Так, смотрим. О, удержание. Вот видите, да? О, 20:30. Нифига себе. Что это было за уведомление? Кстати, тормозит телефон страшно, когда что-то с тегом делаешь. Я, допустим, шторку уведомлений сейчас опускаю, она вообще не опускается. О, опустилась. Так, смотрим. А, ну вот, видите, то есть долгое удержание отправляет сообщение. Позвоните мне срочно, а то мне скучно. То есть такое заложено было приложение. Ой, это. Теперь давайте посмотрим поиск поблизости, да, 17 минут. Я нажимаю поиск поблизости. По идее, он рядом. Ну, сколько там? 2-2,5 метра. Но у него сейчас пока ничего не происходит. Сейчас попробуем. Может, сам найдет. Было бы неплохо. Вообще, по идее, он получается отвязан. Хотя он отвязан как? Он от этой учетной записи не отвязан. Ну так, поиск может продолжаться долго, поэтому, если что, я включу перемотку. Вообще 4 минуты, 5 минут он может искать. Ну, здесь написано, что можно перейти на другой. Так, в людных местах, возможно, к вам нужно будет находиться ближе. А давайте попробуем что-нибудь нажать на этом теге. Может быть, он найдется быстрее. Ну, это нереально, если он лежит там, где его выбросили после того, как его нашли, не смогли привязать. Естественно, никаких данных нету. Его просто могут выбросить или в крайнем случае на Авито продать за полцены. Кстати, на Авито их продают уже там в пределах 1000 рублей. Мне подписчик написал, что он нашел за 900 рублей. Можно купить. Но учтите, обязательно нужна отвязка. Итак, попробуем после 3 минут нажать на кнопку, что произойдет. Нажал. Так, пришло какое-то уведомление. Ха-ха, посмотрите, найдено новое устройство. Чё по времени? 20:34, это сейчас. Добавить. Ха-ха, нифига себе. То есть, получается, его отвязали. Получается, надо по новой. Нажмите на кнопку в центре. Нажать. Нажал. Почти готово. Выполняется регистрация устройства. Понимаете, получается новая регистрация. Посмотрим, кстати, будет два тега там или один.
По идее же мы не удаляли. Но вообще Bluetooth адреса, они, естественно, уникальны. Так, назвали SmartTag, готово. Но вообще мне нужно его привязывать к другому устройству, поэтому весь эксперимент для этого и создавался. Поиск устройства через метку. И, кстати, мы можем выбрать любое из устройств, которое здесь было к учетной записи хоть когда-то найдено. То есть, вот, допустим, начиналось еще с Galaxy S2, потом S4, потом я маме купил Galaxy 01, но привязал к этой учетной записи для того, чтобы искать было лучше. Но оставляем это устройство. То есть с помощью тега можно искать это устройство. Эти я не буду назначать, потому что сейчас я, естественно, все отвяжу. Ну и вот видите, да, про аккумулятор я говорил, что писал, что зарядка минимальна. А сейчас опять целая. Ну и вот здесь в процентном соотношении эти зарядки указаны. Все, короче, ситуация такая. Samsung SmartTag, можно сказать, украсть невозможно. Сейчас проверим еще, здесь есть он или нету. Нет, его нету, он перепривязался и находится именно тут. Все, сейчас тогда я его отвязываю. Каким образом это можно сделать? Изменить. Что изменить? Комнату. Вот, кнопочка «Удалить устройство». И мы нажимаем «Удалить устройство». Чтобы в будущем управлять этим устройством, его необходимо будет снова добавить. Удалить. Все, мы его удалили. И теперь можно привязывать к следующей записи. Либо продавать. И вот он сразу появляется. То есть добавлять, не добавлять, позже не добавлять. Все. Вот такая ситуация. То есть кража Samsung тега бессмысленна. Ну, это, кстати, очень хорошо. Это его плюс. Все, еще раз говорю. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.